Всем привет! Сейчас я расскажу, как я зарабатываю деньги в интернете. Я зарабатываю деньги вот на этих вот трех сайтах. Первый сайт SEOSprint, обратите внимание на мой баланс 3500 рублей. Второй сайт VIPROM, здесь у меня $2.5. И третий сайт Profit Center. Здесь я недавно зарегистрировался, у меня здесь только 17 рублей. И прежде чем что-то рассказывать, я выведу деньги на WebMoney. Обратите внимание, на WebMoney у меня сейчас 184 рубля. Я вот обновляю, также остается 184 рубля. И давайте, сейчас я сниму деньги. Я нажимаю «Получить деньги». И выводить я буду 500 рублей на WebMoney. Нажимаю WebMoney. Вот как наш выплата. Нажимаем «Выплатить». Все, выплата успешно произведена. Спасибо за вашу работу. Теперь мы ждем, когда придут деньги на WebMoney. Пока у нас пока 184 рубля. Я обновляю. Ждем. Приходит с небольшой задержкой, конечно. Но это на всех сайтах так. Пока пусть приходит, но пока сейчас я посмотрю на себя в спринте. История операции. Да, и кстати, счетчик обнулился. Было где-то 3500, а вот сейчас 3000. И вот мои выплаты вот сегодня 12.55. Вот время. Сумма 500 рублей. Вроде бы выплачено. Сейчас мы ждем. Вот, деньги пришли. И посмотрим операции. И вот наша выплата. 5 рублей комиссии от WebMoney. Payment of SEOSprint. Order user от моей ID. Здесь вы можете посмотреть мои другие выплаты. Вот выплата. Вот мне выплаты. Ну, теперь я расскажу, как же зарабатывать. Так, я думаю, WebMoney можно закрыть. Вот, 679 рублей. Закрываем WebMoney. Теперь я расскажу, как здесь зарабатывать. Для нас доступно 4 вида заработка. Серфинг сайтов, чтение писем, прохождение тестов, выполнение заданий. Перейдем к первому виду. Серфинг сайтов. Когда вы нажимаете сюда, у вас перед вами появляются несколько ссылок. И вам нужно их просмотреть. Можно не все. Ну, нажимаю, например, на первую. Вот, на оранжевый кружочек. Кружочек может меняться. Когда мы переходим, мы ждем таймер. И сейчас я расскажу, куда мы перешли, зачем. Мы перешли на сайт рекламодателя. Например, какой-то человек, у него есть свой сайт, и он его хочет раскрутить. Он его как сюда добавляет, размещает рекламу, как платит за это. И каждый человек, который просмотрит эту ссылку, ему начисляются деньги. И вот таймер у нас минутный. Есть таймеры по 50 секунд, по 40, по 30, по 20. Меньше 20 не бывает. А и больше 60 тоже не бывает. Сейчас мы ждем окончания таймера. В конце видео будет информация о том, как здесь зарегистрироваться. Ждем таймер. Вот таймер дошел. Здесь нужно пройти как копчу. Антибот 6 плюс 2, 8. И все. Вот спасибо за посещение. Нам как бы заплатили. И второй вид это чтение писем. Здесь почти то же самое. Нажимаем на любое. Читаем, что здесь написано. И отвечаем на вопрос. Я не буду это выполнять. Здесь все легко. И теперь тесты. Тесты. Здесь, конечно, все больше платят за тесты. Нажимаем перейти. И все вот это вот читаем. И отвечаем на 5 вопросов. Тоже бывает 3 вопроса, 4 вопроса, 5. Меньше 4 не бывает. Ну, отвечаем, отправляем отчет и вам платят, если все правильно ответили. И четвертый вид заработка – это выполнение заданий. Это самый прибыльный вид. Вот даже сейчас посмотрите, здесь есть такие задания. Сейчас. Вот, 583 рубля, 500, 100, 100, 100, 50 рублей. Ну, вот такие вот задания здесь. Но я вам советую выполнять задания средние, рублей от 3 и до 10. Их вы можете выполнять много в день и быстро. Так, ну, про SEOSprint я вроде бы рассказал все. А теперь VIPROM.
Випром почти то же самое, что Сиаспринт, только в долларах. Я здесь слишком так не буду объяснять. Здесь все понятно. Ну, то же самое, что на Сиаспринт. Вот серфинг сайтов, чтение писем и тесты, задания. И Profit Center. Profit Center немножко отличается от вот этих двух сайтов. Но, тем не менее, смысл такой же. Нажимаем серфинг сайтов. Перед нами вот сайты. Нажимаем на любой. Также переходим. Здесь таймер поменьше и побыстрее идет. Ну, как то мы на Сиаспринте ждем, пока сайт загрузится, а здесь он сразу же таймер идет. Ждем таймер. Вот, здесь нужно нажать на число, которое на картинке. 351. Все, просмотр засчитан. Так. И теперь я сейчас расскажу, как же зарегистрироваться на этих сайтах. Регистрация легкая. Так, сейчас я выйду с аккаунта своего. Закроем. Например, вот вы смотрите мое видео. И вот они, три ссылочки. Сиаспринт, Profit Center и Випром. Нажимаем вот на любую. Вы посмотрели, выбрали, какой для вас подходит. Может, кому-то будет удобнее работать в долларах, кому-то в рублях. Ну, нажимаем Сиаспринт. Переходим на Сиаспринт. Нажимаем кнопку регистрации. Первая графа. Пишем свое имя. Вторая графа. Пишем свой e-mail. И капча опять. Нажимаем продолжить. И вот это вот завершение регистрации у нас. Здесь нам нужно ответить на вот вопросы. Нам нужно прочитать правила. Вот эти вот. Здесь немного советую всем прочитать, чтобы не было никаких вопросов. Но я все равно вам хочу помочь. И отвечу в видео на эти вопросы. Так, начинаем. Нажмите тоже переходите по ссылке и также регистрируйтесь вместе со мной. Так, первый вопрос. Кто несет полную ответственность за содержание и возможный вред рекламы? Так, рекламодатель. Это второе. Компьютер удален. Второе. Категорически запрещено. Запрещено. Так, следующий вопрос. Нет, не может. Так, первый. Так, следующий вопрос. Если аккаунт удалится или бан, что происходит с деньгами на балансе? Рекламными площадками и имеющими рефералами. Так, баланс площадки обнуляется. И последний вопрос какой-то непонятный, но все равно по каким-то проект подходит. Вот, смотрите ответ на этот тест. Также будет под видео ссылка на скриншот с правильными ответами. Ну, дальше нажимайте «Зарегистрироваться» и не указанный вам e-mail придет...